30 июня 1908 года в 7 часов 14 минут по красноярскому времени небо над Подкаменной Тунгуской внезапно озарилось необыкновенно ярким сиянием. Свидетели вспоминали эти события с ужасом. Казалось, зажглось второе солнце. Люди решили, что наступил конец света. С огромной скоростью над тайгой пронесся пришелец из космоса, который с тех пор называют Тунгусский метеорит. Десятки экспедиций побывали на месте падения метеорита. Но вместо ответа на простой вопрос «что это было?» появились лишь новые вопросы. Новая книга издательского дома «Комсомольская правда» «Тунгусский метеорит» приподнимет завесу тайны. Чем на самом деле был таинственный пришелец из самых глубин космоса? Каменным метеоритом, ледяной кометой или внеземным кораблем? Зачем спецгруппы ученых тайно посещали эпицентр взрыва? Почему поиск разгадки феномена был на личном контроле у отца советской космонавтики Сергея Королева и всесильного куратора атомного проекта Лаврентия Берия? Новая книга «Тунгусский метеорит» — это увлекательное чтение и прекрасный необычный подарок. Такие книги украшают домашнюю библиотеку и становятся любимыми. Их хочется перечитывать, перелистывать и показывать друзьям.